Это у нас ударный инструмент, потому что мы ударяем друг об друга. Давайте вместе попробуем. Любовь к музыке Ландыш Юнусова прививает малышам уже 28 лет. На занятиях ребята поют, изучают музыкальные инструменты, учатся ритму, развивают слух. Все это полезно для общего развития, а также помогает вовремя распознать талант ребенка. За многие годы Ландыш Юнусова выпустила сотни детей, многие из них посвятили свою жизнь музыке. О своей профессии я мечтала с детства. Когда я училась в 3-м классе, я пошла в музыкальную школу по классу аккордеон и уже с этого момента решила, что я стану музыкальным руководителем. Профессию свою я очень люблю. Мне кажется, что она всегда помогает мне быть в движении, в познании нового, неизведанного. Очень люблю своих детей, потому что мне очень радостно и приятно, когда они раскрываются и становятся артистами. Главный подарок на профессиональный праздник для воспитателей и дошкольных работников – это любовь и благодарность их маленьких воспитанников. А что же в конверте? Спросите вы. А в нем, друзья, поздравления. А повод? Без повода, что ли, письмо? Прочти-ка его внимательно. Ну что ты? Сегодня же особый день. Сегодня день воспитателя. Труд работников дошкольного образования неоценим и имеет огромное значение в жизни каждого ребенка. В детском саду малыши познают мир и делают первые шаги во взрослую жизнь. В честь профессионального праздника и за их важный вклад работников детских садов области наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Мне хотелось бы поблагодарить коллег за труд, за то, что они частичку сердца и своей души отдают нашим детям. И родители прежде всего должны быть спокойны, что их маленькие детки в надежных руках, и они здесь обеспечены и теплом, и любовью, и заботой, и еще и развитием. Поэтому хотелось бы пожелать всем счастья, добра, удачи, успехов во всем, ну и успехов, конечно, в развитии системы образования Ульяновской области. В торжественной обстановке наградили 15 работников дошкольного образования. Также в честь праздника коллеги обменялись педагогическим опытом, посетили мастер-классы по изготовлению цветов и по преподаванию робототехники для самых маленьких. Светлана Карпухина, Бахтияр Салтанов, Улправда, ТВ.